Красноярске медики продолжают бороться за жизни 7-месячной малышки и ее 5-летней сестры. На них в прямом смысле слова свалился автомобиль. Накануне дети с родителями шли по тротуару в центре города. Картина происшествия, как ее описывают очевидцы, может показаться неправдоподобной. Тем не менее, следы на месте ЧП подтверждают именно такую версию. Некий гонщик на иномарке не справился с управлением и подлетел на бордюре так, что его машина протаранила балкон второго этажа жилого дома. После этого Nissan перевернулся в воздухе и обрушился на ничего не подозревающих пешеходов. Мужчина погиб на месте, двое детей и их мать госпитализированы. Скорость, с которой двигался автомобиль-убийца, можно пока оценить лишь приблизительно. Указатель спидометра машины замер на отметке 140 км в час. Был ли нарушитель пьяный, что заставило его с такой скоростью нестись по городу, выясняют следователи.